выборе съемки я специально закачала корейский разговорник себе в телефон, потому что редакция телеканала О2 отправила меня выгуливать легендарный корейский бойс-бенд 2.4K по солнечной Москве. Но прогнозы не оправдались, и пошел легкий дождик. Корейцы сочли это с суровыми российскими реалиями, испугались морозов плюс 7, и поэтому решили не высовывать свой нос за пределы гостиницы, давать интервью мне рядом с каминчиком. Группа 2.4K появилась в 2011 году. Яркие представители направления кей-поп. Сотни миллионов просмотров на YouTube. Хип-хоп, EDM, транс и дабстеп в одном флаконе. Гремучая смесь обрела толпу фанатов среди молодежи школьного возраста по всему миру и даже стала отдельной субкультурой. Мастерски спродюсированная группа из сладких мальчиков с гибкими танцами нагрянула в Москву с первым концертом в рамках гастрольного тура. Hello, guys. Сейчас я сэкономила несколько тысяч рублей, потому что подобная хай-тач, хай-файв стоит на концерте, насколько я помню, 7000 рублей вместе с диском. Так что я существенно сэкономила и просто озолотила сейчас свои ладони. Нам очень жаль, что мы не отправимся с тобой прогуляться по Москве. Мы уже приготовились, нанесли мейкап, выбрали специальную одежду, но пошел дождь, и мы не хотели бы разочаровать наших поклонников растекшимися черными кругами под глазами. Сколько времени вы наносите мейкап? Сегодня у нас ушло 5 часов. Ребят, я видел у вас странное устройство голубого цвета. Для чего они? Эта штука реально охлаждает. Это специальный корейский фен, который нужен для того, чтобы кожа наших ребят сохраняла идеальную мраморность и не было на ней никакого блеска. Я теперь буду только такой вооружаться и ходить только так на съемки. Ребят, мне безумно нравится ваша одежда. Ну, очень стильно. Скажите, чего не достает в моем образе, чтобы я выглядела как настоящая звезда кей-поп? Разве что ботинки выдают тебя. У нас у всех черно-белые кеды, а у тебя серебряные. Так что ты в одном ботинке от того, чтобы стать настоящей корейской звездой. Ну все, первое, что я сделаю после интервью, пойду закуплюсь кедами. Я собираюсь дать ребятам морковку по-корейски, чтобы они проверили, насколько она корейская. Запах сладкий. Пахнет, как старая Корея. Four, 2, 4, K! Yeah.